Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу показать, как цветут мамилярии зимой. Зима, как мы все знаем, период покоя у всех, практически у всех кактусов. Вот. Но некоторые виды, такие как мамилярия, вот, они цветут и обильно таки плодоносят. Ну, здесь мы видим вот плоды мамилярии пролифера. Вот так. Вот мамилярия карвинского. Видим плоды и цветы также. Вот. Вот тоже мамилярия карвинского, но более взрослый экземпляр. Вот. Вот мамилярия кармена. Такой желтоватый, беловато-желтоватой колючкой. Вот, цветет. Вот пролифера цветет. Так, вот мамилярия Бакиберга. Набрала бутоны, расцвела. Много мамилярий. Спиносиссима. Вот элонгата с цветочками. Так. Вот мамилярия Мюллера. Бутоны, видим, набирает. Вот. А вот она Мюллера, только взрослая уже. Вот, видите. Кустица. Так. Вот спиносиссима Супер Ред. Бутонится, цветет. Вот кармена, только с рыжей колючкой. Тоже цветет. Вот. Вот ханиана цветет. Две красавицы. Вот мамилярия бомбицина. Тоже цветет. Вот пролифера отцвелась, вся в плодах стоит. Шикарно просто смотрится. Вот мамочка тоже. Так что есть зимнецветущие, кто не знал. Вот такие вот ребятки. Основная масса, все спят. Всем спасибо. До скорых встреч.